Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные кликеры. И сегодня будем играть в кликер под названием Saga Idol. Здесь нам предстоит создавать свой небольшой городок и также уничтожать монстров. А уничтожать монстров мы будем через нашего героя, которого в будущем мы произведем в кипе. А пока что мы строим обычный голдмайн и в них делаем небольшую денежку. И будем после этой денежки покупать еще голдмайны. Пока у нас прям дофигища уже денежек не будет прибавляться, мы на этом не остановимся, да. В общем, довольно интересный кликер, мне понравился, хотя выглядит достаточно просто, но затягивает, да, я в него уже определенное время поиграл. Дошел я до этого, до университета, и такой думаю, блин, я сейчас опять заиграюсь и не сниму для вас ролик. В общем, да, у нас еще, кстати, здесь есть апгрейды, да, можно будет прокачки различные делать. Вот если мы купим первые 5 голдмайнов, то можно купить себе плюс 15% скорости, то есть у нас вот эта полосочка будет быстрее загружаться, и 10% продакшн, то есть у нас будет больше денежек в итоге. Это очень-очень-очень хорошие апгрейды, конечно же. Но сначала мы просто купим себе пару голдмайнов, потому что изначально лучше все-таки их больше-больше-больше у себя иметь. Кстати, последний апгрейд довольно интересный, если у нас 200... А, нет, стоп, показалось. Показал, что если у нас будет почему-то 200 голдмайнов, то будет X10 продакшн, но нет. Жалко, а было бы неплохо, я бы хотел такой апгрейд. Так... Давайте спид прокачаем и сейчас продакшн, потому что это уже все-таки нам надо. Но я потом еще куплю себе голдмайнов, пока не буду покупать кип, героя мне не хочется покупать. Что, кстати, интересно, если мы купим себе героя, то у него будут различные апгрейды, там, характеристики, скиллы и тому подобное появляться. Это интересно, ничего такого, по крайней мере, пока что я такого не видел. И это интересно, да. Кстати, ребята, не забывайте ставить лайки, если вам нравятся кликеры, вы хотели бы видеть их чаще и больше, то, конечно же, ставьте лайки, я буду... Меня это мотивирует находить вам еще кликеры, если они вам нравятся, я, конечно же, продолжаю снимать, поэтому не забывайте ставить лайки, да. Мне будет приятно. Так, продакшн прокачиваем и добиваем до 20-ки, наверное. 20-й голдмайн куплю и успокоюсь, хотя уже и так дофига денег прибавляется, по сути, можно уже купить даже кип, но я хочу купить еще апгрейд и... А, нет, стоп. А, да, с 20... X20 вот будет голдмайн. Плюс 2 бейс мы сможем сделать, и тогда будет прям вообще шикарно. Прям много-много-много денег будет у нас. Так, покупаем, и еще 3 голдмайна надо. Ну, это недолго, сейчас быстренько все это сделаем дело. Ну так, полосочка могла двигаться, конечно, бы и быстрее, но ничего, мы потерпим. Думаю, да, мы это сможем. Так, апгрейд. Все, хоп, делаем. И делаем последний самый грамотный апгрейд, потому что он сделает у нас достаточно много денег за каждую. Так, все, подкапливаем денежку, берем и хоп, у нас уже X2 стало, 31 баксы, и поэтому денег сейчас дофигища прибавляется, и покупаем себе кип. На купленном кипе мы можем купить себе героя, надо всего 5 кипов уже себе заиметь. Это не трудно, это мы сейчас быстро сделаем. Чуть денежек подкопится, плюс сам кип нам деньги приносит. Все, у нас теперь есть плюс один hero slot. 400 сейчас баксов накопим, и будет у нас все офигенно. Да. Кстати, как все-таки здесь это все странно выглядит. У нас есть какой-то замок, у нас есть шахта, у нас будет университет, потом замок, потом какая-то башня. И при этом все мы покупаем за баксы. То есть не за какие-то выдуманные, за выдуманную валюту, а за баксы просто. Почему бы и нет? Так, вот, отлично, у нас появился герой, у него один с ХП. И у него есть различные обилки, да. Можно, например, открыть Peasant Smash. И тогда он будет, типа, мощнее стаковать за 400 баксов. И мы, конечно же, это купим. Потом можем его апгрейдить, апгрейдить, апгрейдить и апгрейдить. Это, конечно, все очень здорово. И вот наша поляна, где он начинает у нас драться с монстрами и все такое. Можно монстров прокачать, тогда он, конечно, с ними не очень будет справляться. Но зато мы сейчас уже можем прокачать ему характеристики, что офигенно, конечно же. Вот у него, кстати, Hero Smash, по-моему, сработал. Так, ладно, у нас денежка копится, надо бы купить что-нибудь себе еще. Давайте купим себе еще кипов. Я хочу прокачать нашего героя. И вообще бы я еще одного героя хотел заиметь. Если было бы у нас 23 кипа, то я смог бы себе купить еще какого-то нового героя, новый тип героя. Это было бы довольно интересно. Так, хоп. И давай успей, успей, успей. Ох, отлично, успел прямо в последнюю секунду. Теперь нам, у нас 75 баксов в секунду получается. Это весьма неплохо. Так, давайте прокачаем еще силу ему. У него теперь дэмэдж 8, он там, по идее, должен с одного удара складывать.
врагов. Спид у него 2, правда, всего, но для начальных врагов вполне этого достаточно, мне кажется. Я их еще не апгрейдил. В скором времени, кстати. О, он выхилился как-то интересно. Так, агилити, по-моему, да? Агилити поднимает спид и шанс бонуса. А стамина у нас... Стамина у нас что поднимает? Вроде ничего не изменилось, ладно. Потом посмотрю. Так, денежка уже тоже поднакопилась. Делаем 15. Теперь у нас хватает на... Плюс 10% Hero Base Stats. И теперь у нас герой сейчас будет помощнее. Что офигенно. Конечно же. Так, 2000 надо. Блин, как это долго. Конечно, но... Да, накопим сейчас. Блин, нас герои, походу, отпинали. Давай, 2700, 2700, набирай ко мне. Быстрей. О, отлично, все, героя прокачали. Замечательно. Так, он сейчас пойдет себе добивать что-нибудь. Он уже дерется. Отсюда его видно. Монстры, кстати, вообще какие-то странные. Могли бы напасть здесь на нас. И тогда бы был резон, что у нас герой там отбивается, сражается, потеет за нас там. Так, буду силу и агилити прокачивать. Так, что, покупаем университет. Вот такой вот он странненький у нас университет. Маленький, странненький, но полезный, конечно же. Правда, сначала нужно накопить приличное количество денег, чтобы сделать из этих университетов прямо то, что нам надо. Так, оу, я это продакшн не прокачал. Странно, даже не заметил, как так успелось. Так, хоп-хоп, берем 35 голдмайнов и 30 голдмайнов. Ну, 30 мы, кстати, сможем осилить вполне. Так, косточка уже нормально так быстро двигается. Блин, у этого героя левелапа нету. Уже много экспы надо, чтобы левелапаться им. Так, хоп, берем. И косарь на продакшн. И сейчас еще 5 у нас был бы голдмайн. Но голдмайна пока не будет. Да. Лучше кип прокачать, по идее. По идее, лучше кип. Да, 20 кипов. Было бы офигенно. Но, точнее, еще 5 надо, 5000 баксов нам как минимум. Поэтому придется еще подождать. Да, но думаю, это нам воздастся. Два героя это уже very, very good. Можно способность пока купить ему. Пусть он посильнее у меня будет. Все-таки не стоит нашего героя ущемлять. Он все-таки герой, хотя он обычный крестьянин, по идее, у нас. Но герой! С драконами дерется голыми руками. По-моему, у него даже оружия нет. А нет, есть вон балка какая-то. Я думал, просто голыми руками по лицу дракона. Так представь себе, дракон такой сидел себе спокойно, жил. Подбегает парень просто по лицу ему на-на-на и вырубает. Просто руками. Это хардкорно было бы. Но я хотел бы это увидеть. Прям еще не знаю, от первого лица. Как он, не знаю, там за шею схватил такой... Свернул. We are the champions. Так, пока мне кажется, что Стрэндж лучше всего качать силу, но не знаю, я еще агилити поднимаю. Так, у нас герои отпинали, 9000 баксов накопить нужно. И у нас будет еще один хиро слот. Да. Тут вообще, кстати, апгрейдов трындец как много. Только непонятно, зачем третья страница, которая пустая, но может потом что-то появится. Так. Так, так, так. 45 голдмайнов, и мы вообще дофигища денег получили. 45. Это много, да. Зато сколько бы давало. Так, 9000. Может еще купить голдмайнов? Давайте еще голдмайнов купим. Очень хочу. Очень хочу больше денежек. Получается всего этого дела. Так, 168 баксов в секунду у нас в итоге идет. Так, еще вот это делаем. И спид еще раз поднять. Чтобы быстрее все это дело крутилось, и мы уже зарабатывали нормально деньги. Так. О, уже так приятно, приятно шкала двигается. 45 голдмайнов надо. Ну или хотя бы 40 уже бы продакшн у нас повысился бы. Так, хоп. И сейчас еще одно хоп. И будет у нас еще плюс 10%. И уже соточку несет нам. Еще 5 голдмайнов где-то надыбать, и вообще бы офигенно. Но это, блин, ё-моё, как дорого. Может, драконов прокачать? Давайте прокачаем драконов. И 9000 останется как нам накопить. Можно еще прокачать драконов. Но это стоит денег. Поэтому пусть пока будет, как будет. Да, не будем выеживаться. Все дела. Так, 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 так. 9000. 9000. Остается нам... Сейчас накопим мы. И будет еще один герой. Да.
Жалко, не нового класса какого-нибудь, но будет еще один герой. Посмотрим, как он сражается у нас. Давай, давай, быстрее крутись, шарманка, денег не давай. Отлично. А, блин, еще денег надо, чтобы купить героя. Да ё-моё, чё все такие эти? А, отлично, все, у меня есть еще один герой. Офигенно. Все, теперь они будут вдвоем лица крошить, правда. Что бы было, если бы я, допустим, прокачал драконов уже конкретно так у них получается. ХП и дэмэдж вырастает, а он там, блин, вообще нубяра. И как вообще это будет происходить, я даже не представляю. Ну да ладно, на этом, думаю, можно закончить. Надеюсь, вам понравился данный кликер. Ссылочка на него в описании. Заходите и играйте, если вам, конечно же, все понравилось. Также не забываем ставить лайки. Чем больше лайков, тем больше разных кликеров. На этом все. Всем удачи, всем спасибо за просмотр. Всем пока.